Я дальше вернусь, там в другую сторону немного пойду, потому что там поглубже он идет. Там Все, будет я проще в взял пещеры. бомбы, настало ваше время. А, у меня динамит есть, я его тебе не дам. Меня тоже есть динамит. У тебя его сколько? Две штуки. Ну ты круче, у меня один. Ха-ха-ха-ха. Как говорит Ася. Ха-ха-ха. Кто говорит? Ася. А, да. Ой-ой-ой, я только что расхерачил топазу случайно. Конечно, голубая луна, она вообще, она мощная такая по сравнению с этим. Голубая луна. Маги, идите нафиг. Я перешел в подземный биом этот, как В его подземное называется. подземелье. Тут на меня нарываются сразу два скелета викинга, я надеюсь, что я выйду с ним. Там же шансы вроде процентов так 20. Так, я в Там какой-то все. пещере. Понять не имею, в какой. Тут лава Смотри, дофига. мы с тобой на одном уровне практически. Нет, ты повыше. Капельку совсем. Да. Так, я уже иду. У меня инвентарь заполнил, меня это так бесит. Я нашел этого Кого? хардмодового чувака. Такого уродца. Хардмодового? Не может быть. Да может быть, вот этот. Там, короче, беленький такой чувачок. Беленький, Который в как... ледяном биоме, да. Сейчас. А, такой кругленький, что ли, этот? Сноуфлинкс. Он не хардмодовый. Хорошо, вроде нет. Не-не-не. Потом я нашел спайкет этого. Ледяного слизня, это давай. Ага. Это тоже не хардмодовый. Это все хардмодовый, походу. Не-не. Сейчас докопаюсь до ада, попробую выпить сразу же какие-то удол. Буду ждать тебя. У меня Я тут хочу куча. найти в аду в сундуке этот Dark Lens. Да, это классная штука. Я хочу найти там этот. Еще нужно будет выбить на дамаг артефакт. Само. Это который... Магмастоун. А, Магма Стоун, он же вроде не на дамаг, он поджигает. А, нет. А, Ну, да. как он добавляет дамаг, он Да, поджигает. он поджигает. У меня там вообще в моем мире этот Fire Gauntlet, это Magma Stone, еще там дофига всего. Feral Claws, там Titan Glove. Вообще, суперский артефакт. Он отдачу повышает, то есть отбрасывание. Огонь делает, еще что-то дофига всего. Привет, викинг. Пока, викинг. Эти кирпичи данжевые так долго копаются. Меня череп проклял, то что я его не могу теперь атаковать. Теперь могу. О, сейчас эти кирпичи закончатся, они меня так достали. 4 удара нам, им надо нанести, чтобы они сломались. Я нашел грибочек какой-то зелененький. Куда эта пещерка ведет на... Все, что ли? О, черный слизень. Ошибись. Куда бы мне пойти-то? Черт.
Сундуков нигде никаких нету. Как-то неинтересно. Так, я вернулся. А ты где был? Ну, я отходил ненадолго. А. Я даже так что-то говорил. Ты даже не сказал, что ты уходил. Это просто звонок был. Я, кстати, реально, я очень близко к аду. Я с тобой почти практически, но близко очень. Я посмотрел по карте, то есть я очень близко к самому дну. К днищу. А слушай, а слаш это что такое? Это такая хрень, ее можно в экстрактинейтере. А ты знаешь, что пепел, он близко к аду, значит, я тоже уже близко к аду. Не, этот не обязательно у меня был и наверху. Кстати, а как этот экстрактинатор выбивает? А, я не помню, вроде из какого-то моба выпадает. Потому что я читал, что на сундуков как-то выпадает. Может, из сундуков, я не помню. Потому что лава еще не встречается. А у тебя еще даже лавы нет, офигеть, у меня она уже давно есть. Слушай, ты в Dota уже 2 не играешь? Не. Сколько ты рарит? Так, сейчас на меня нападет толпа ублюдков. Здравствуйте. Толпа ублюдков. Здравствуйте. То есть она пришла, а ты сразу так с ней вежливо стал говорить. Не, просто они улетают со скоростью света. А, то есть это они тебе. Bone pickaxe? What? Что? Костяная кирка? Да. Я знаю, что есть костяной меч. Я не знаю, я знаю, но что-то это 8 милый дэмэдж, 50% пикак. Она, видимо, очень крутая. Нет, она хуже, чем моя. Но это же был сарказм. Да. Я нашел спаун-точку этот викинг, не просто. Ежесекунду. Но она чуть-чуть побыстрее, чем демонитовая. Да чуть-чуть ладно, совсем. Быть такого не может. Совсем чуть-чуть. Да ладно. Офигеть. Какая-то говёная кирка лучше демонитовая. Не, она не лучше, она побыстрее. Это еще не... По идее, нормальные ж люди не так, как мы с тобой играют. Они сначала идут, валят скелетрона. Да, нормальные люди с самого начала скелетрона валят, а потом уже там... Не, самые нормальные люди вообще сразу копают в ад и стену плоти валят, потом уже там на... Не, самые нормальные люди сразу там големов каких-нибудь валят. Так как они... У них мир сразу в хардмоде, что ли, создается? А они нормальные люди, у нормальных людей сразу хардмод. Понятно все. А у нубов, там у тебя же в начале игры спрашивали, вы нуб или нет? Если ты говоришь, что ты нуб, то, короче, у тебя из хардмода. Так, я нашел очень много ловушек, которые мне не нравятся. Кстати, что это за фигня? Вот бывают такие пещеры, в которых фон такой полосатый, фиолетовый. Что это значит? А, это очень близко к аду, значит. Да это не факт. Я помню, там наверху было такое у меня. Просто какие-то такие пещерки небольшие с фиолетовым фоном, с таким вот полосатым. Ну и на все у тебя есть ответ. За-за. Вот это сейчас ласты без дела лежат, а я тут в воде воюю. Они у меня не без дела, они у меня очень уютно на ногах надеты. Тебе так удобно убегать от скелетов под данжи в ластах. Да. Первым у меня, да. Первым у меня ласты. Нас не догонят, все, Дима, тут просто прямое падение. Очень-очень глубоко. До куда? Я бы. Ну, в ад прямо падает. О, я дошел до ада. Я докопал до ада. У него что-то такое... У него такой какой-то фон странный. Это, наверное, мне так кажется, потому что я в таком разрешении никогда не играл. Но я докопал до ада. Значит, я на подходе. Было будет прикольно, если сейчас не встретится лава, я сейчас просто с собой несу. Да, мне встретилась лава, и у меня сейчас очень много воды капает. Слышишь? А, обсидиан хочешь сделать, чтобы этот... Это успех, череп. Потому что сейчас я сделаю себе много обсидиана и сделаю сразу череп. Обсидиановый щит, да. А, да, щит. Да, ты мне тоже. Слышь, тут сразу три потока воды встречают. Мне тоже обсидиана захвати, чтобы мне тоже хватило на череп. Так, я завалил демона.
Я сделал себе бесконечный источник обсидиана, Дим. А как его делать вообще? Что-то я не знаю, у меня просто залагало, и, короче, один поток лавы все время давал мне. Слушай, у нас тут прямо в спуску ад очень много воды и очень много лавы. И это получается смешивается как обсидиан. А почему и тут у меня это? Уже сейчас 30 обсидиана, мне нужно. Почему я уже падаю этому летаю и никак не могу найти ни одного. Ни одной крепости. А вот, наконец-то. У тебя есть ключи к крепости? Все, Дим, у нас с тобой есть очень много обсидианок, так что это нам очень понадобится, когда мы с тобой будем делать мьёльниры. Ага. Так, лавовый слизень, давай, покажи, на что ты способен. С тобой сейчас, походу, в аду встретимся. А я сейчас, я уже добыл печку адскую. Что ты добыл? Адскую печку, да. Всё так. Так, слушай, можешь вообще обнаглеть и сразу же начать фармить уже колстоу? А, ну да. Потому что, Дима, просто обсидиана, здесь очень много воды, здесь очень много лавы. Вот там, где у нас с тобой холиватор проходит. Ага. Нефиг. Просто у меня тут есть свой холиватор, правда, он какой-то кривой. Он очень кривой. Так, сейчас мне нужно кое-что посмотреть. У нас до сих пор нету зеркал. Да. Мы уже в аду... А, я в лаву, прям вот свалился, вот прям полностью. Упади в меня полностью. Дима, умножь, пожалуйста, 45 на 3. 45 на 3, 135. Вот нам нужно 270 руды на 2 полных комплекта брони. Еще это только же... на броню, еще нам нужно кирку... мечи и кирки. Меч, и... чтобы сделать... Этот найти. Потом еще киркопор. Ой, не киркопор, а... Его, в принципе, не обязательно делать. Но он покруче, чем наш. Можно еще этот сделать, Феникс Бластер. Зачем? А, так он же круче, чем хэндган. Хотя, если мини-шарк будет, то да. Нет, мини-шарк... Блин, просто прямой спуск вниз до самого ада. Знаешь, у меня уже 508 ледяных блоков. 100 там снежных. А знаешь, что меня очень прикалывает? Когда ты, короче, крюком к двери прицепляешься, открываешь ее, и потом вообще на огромной скорости она тебя вперед отправляет. Да ладно. Да. Вот попробуй. А, я уже... Слушай, мы с тобой уже вроде почти что на одном уровне. А ты уже в аду или нет еще? Нет еще, но лавы вокруг меня уже очень много. Feather Fall Potion, это говно. Сейчас знаешь, что я думаю? Я сейчас, наверное, утону. В лаве, сразу что ли? Же прыгну. О, я нашел эти агры. Я нашел сапфиры. Я просто хочу сделать тебе и себе сразу же обсидиановый щит. А, ладно. Чтобы спокойно тут добывалось. Да, слушай, но... я нашел просто огромную залежь сапфиров. Тут просто пещерка, она вся в сапфирах. Да, но от лавы, конечно, этот щит не защитит, но все равно. Ну какая разница, слушай, можно ходить по этим адским блокам. Ну да. Это полезно, бывает. Это хорошая зарядка для... Так что я для пальцев ног. О, я нашел сундук! Теневой. Слушай, не открывай все без меня, если там будет... Как я тебе его открою, у меня нету ключика. А, так у меня есть ключик. Ну вот именно. С собой, прямо сейчас с собой. Давай тогда, иди сюда. Сейчас, я сделаю нам 2 обсидиановых щита и приду. Всё, мне бы найти еще один Life Crystal. Было бы круто. Нет, ой, я нашел демона Вуду. О, только осторожно, смотри, чтоб лава не упала. Я знаю, знаю. Я умер. Отлично. А написано, типа, что тебя съела акула. Ну, когда тонешь, они любят писать всякую фигню. Ну да. Они всегда любят всякую фигню писать. Я могу скрафтить large сапфир. А зачем он? Я могу скрафтить сапфировый крюк. О-о-о-о. И могу тебе его тоже скрафтить. Тебе надо? Давай. Конечно, самый лучший это алмазный. Ну, ничего. Что ты хочешь, сапфировый тоже неплох. Да. Притом, я же говорю, что не зря я нашел эту огромную залежь сапфиров. У меня есть 2 глаза Ктулху. Так, чтоб мне выкинуть? Опять надо хоть что-нибудь выкинуть.
Все, я сделал два обсидиановых этот. Так, теперь мне, получается, не нужен грэплинг хук. Нам ведь серебро не нужно, да? Да нет. Он тогда его выкинул в лаву. А мне нужно продать очень много чего у меня есть. У меня есть очень много... У меня просто инвентарь вообще так сильно заполнен, что жесть какая-то. Серебро, платина, топазы, нахуй. То есть, вон. Тут крепость прям в лаве плавает. Фуф. Я вот эту лаву неплохо упал. Слушай, на чем делается этот, как его? Этот сапфировый круг надо посмотреть, потому что у меня 7 сапфиров сейчас с собой. А надо 15. Ну так я знаю, я себе один сделал, у меня еще сейчас, там еще осталось до хрена сапфиров, то и залежи. Сапфировый посох. Круг из драгоценных камней. Он делается на наковальне. Ой-ой-ой, что-то у меня хп мало. О, отлично. Блин, что тут у меня получился не совсем прямой спуск вниз. Да ладно, ничего страшного. Слушай, а чё с этого пупсика попадает, который в этом? Кто? А нет, показалось. Чё тебе показалось? Ну я просто выронил это случайно шипы, ага. И начал бить этих белых пупсиков. И мне выпали шипы, такой вау! А, нет. Я тут пока все крепости обследую. Hellfire Arrow надо подбирать. Во. Потому что это вообще классные стрелы. Healing Potion тоже. Так. Топазик. А это сапфирчик. Ну сколько у меня уже золота? У меня уже 18 золота. Не, ну стену платин да по-любому с меня акулы убивать. Это да. Желательно с двумя. О, все, я насобирал тебе на крюк сапфировый. Ага. А щит ты мне сделал? Да. Ага. Ой, тут... Единственное, что я тебе не сделал... Я не сделал тебе этот сапфировый крюк, для него нужна наковальня. А, ну... Просто у тебя много ненужного железа можно сделать. У меня железа вообще нету. Значит, придется тебе чуть потерпеть. Ну ладно. Кстати, сапфиры. Блин, да сколько можно этих сапфиров уже? Видеть уже не могу. А нафиг ты их добываешь туда? Так они меня по пути встречают с холиватор. А, только ты... там нужно аккуратно падать в этот холиватор, он не совсем ровный. Да, сейчас ты когда сюда придешь, я тебе покажу, где будет этот. Где... Как шо? Сундук? Так, сразу договариваемся. Darklands тебе идет. А если, конечно, магическое. Если там это, как его, Flower of Fire, я его себе заберу. Ладно, хорошо. Я стрелок, маг. А еще ты мне должен отдать ватерболтик. Ага. Точно. Я нашел волк Рипера. Ха-ха. А, подожди, я нашел это. Паучье гнездо. О, там сундук есть? Пока не вижу, но тут очень много волк-риперов. Чертовски много волк-риперов. Да, они там любят спауниться. И там очень жестко спауниться. А не знаешь, бомбы могут разрушать обсидиановые кирпичи? Блин, сколько же здесь паутины? Тут кровати на 10 хватит. Ну, слышь, ты думаешь, можно разбивать бомбами? Чего ты говоришь? Обсидиановые кирпичи бомбами рушатся? Не знаю. Сейчас проверим. Да, рушится. Сейчас я крепость полностью затоплю лавой. Потому что иначе мне в нее не попасть. Вау. Охренеть, сколько же здесь паутины. Охренеть, сколько же теперь в этой крепости лавы. Так, сундук я пока не вижу. Такой.
А, кстати, не факт, что мне здесь могу... Потому что здесь же не факт, что есть сундук. А, я его уже видел. А, ты имеешь в виду про паутину? Да. Да. Да, это не факт. Она такая огромная, до сих пор ее рушу. Знаешь, сколько у меня сейчас паутины? Сколько? 286. Слизень, иди нафиг. Толкает меня прям в лаву. Насранец. Господи, если паутиновый ткач, то это будет просто суперски. Да уж. И, хотя нет, кинжал нам уже не нужен на цепи. Но, увы. Ничего нету? А-а. Паутина зато нафармил так по-человечески. 375. Теперь могу барыжить паутину. На этих волк-волк-криперов чё хрен убьёшь? Ну да. Они мощненькие. Мощненькие пацан-трёпчики. Так, наконец-то эта лава перестала капать. Всё, а ну-ка, сколько тут этой лавы, я даже боюсь представить. На дне. Ау-ау-ау. Она меня атакует. Ну, там не так уж много, она ничего полезного не залила. Блин, у меня эскалеватор прямо в лаву утыкается.